Дорогие коллеги, мы не могли не пригласить в студию Retail.ru «Диалоги о ритейле» представителя организатора этого мероприятия. У нас в гостях Ирина Ратина, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, это уже третья неделя российского ритейла. Как человек, вот взгляд со стороны, мероприятие не то что растет, оно правда стало уже главным событием в стране. Оно проходит при поддержке, при присутствии всех первых лиц, регуляторов, бизнесменов. Скажите, вот по отношению к прошлому году, как, на ваш взгляд, выросла площадка, что беспокоит людей, как меняются их взгляды на отрасль и ваше мнение? Но я являюсь организатором недель российского ритейла уже третий раз. Я третий год участвую в этом прекрасном мероприятии и в разных ролях участвовала в нем в разные годы. И, наверное, впервые в этом году мы, как организаторы, ожидали очень большого роста, потому что мы очень сильно меняли подход к мероприятию, понимая, насколько оно стало важным для рынка. И даже мы не учли того огромного интереса, который случился у рынка к нашему мероприятию. То есть мы сами, понимая, что мы вырастем процентов на 30, в какой-то момент объективно поняли, что мы выросли практически в два раза по сравнению с прошлым мероприятием, если судить с точки зрения контента, каких-то специализированных сессий, сессий каких-то наших партнеров, очень важных для нас. Ну и с точки зрения, конечно, проходимости ивента, мы тоже выросли, конечно, не в два раза, но больше, чем на 1000 человек. Мы считаем, что такой существенный рост мероприятия – это, с одной стороны, действительно эффект того, что на рынке мероприятий, которые могут консолидировать всех игроков, их просто нет. То есть есть мероприятия, которые покрывают тот или иной сегмент, который относится к интересам вот, ритейлеров. Есть мероприятия, которые предоставляют какой-то узкий нетворкинг. Есть мероприятия, которые представляют какой-то узкий состав технологий. Есть мероприятия, направленные на людей, которые объединены какой-то бизнес-функцией. Наше мероприятие объединяет все форматы и предлагает еще новые форматы. Изначально, да, мероприятие строилось как взаимодействие бизнеса и власти. Это одна из основных повесток дня. Взаимодействие между различными участниками рынка. Взаимодействие между различными бизнес-функциями. Мы стараемся дать консолидированный взгляд на ритейл. И нам кажется, что нам это очень хорошо удается. Удивите цифрами, сколько в этом году посетителей, сколько спикеров. Я вижу, что работает все три дня, каждый зал, в каждом идет заседание. И что в этом году добавили нового с точки зрения контента? Ну, давайте разделим, да, начнем с участников, со спикеров. Мы еще не подсчитали то количество участников, которое у нас прошло через площадку. По предварительным оценкам, это количество превысит 5000 человек. Я думаю, что будет там 5-6 тысяч человек в этом году. Мы сообщим точные цифры позже. Уже сейчас можем сказать, что у нас более 600 спикеров. То есть количество наших спикеров, оно тянет на один такой полноценный, на полноценную конференцию. Что касается контента. Мы растем абсолютно органически. У нас есть стратегическое видение, как мы растем с точки зрения контента. Мы растем, предоставляя контент людям, которые занимаются какими-то конкретными бизнес-функциями. Например, у нас в этом году очень сильно увеличилась HR-повестка. Мы сделали не просто какую-то короткую секцию, мы сделали conference on conference. У нас традиционно очень сильная повестка для IT-руководителей. У нас conference on conference. В этом году мы добавили прекрасную, великолепную секцию с Газпромбанком, вместе ее делали для финансовых директоров ритейла. Это для нас новая аудитория, мы ее привлекли в этом году на площадку. В этом году мы добавили очень много специализированных функций, связанных с маркетингом. Мы очень сильно выросли с точки зрения маркетинга. Причем мы покрываем самые разные зоны маркетинга. От визуального маркетинга мы проводим большую конференцию Digital Science, альтернативы нет.
до специализированных вещей, таких как SMM в маркетинге. Естественно, мы затрагиваем темы программ лояльности. Естественно, мы затрагиваем темы данных в лояльности. У нас, например, выступала компания «Кошелек», которая рассказывает о том, как можно данные использовать в лояльности. Ну, то есть мы растем, с одной стороны, функционально, привлекая людей из разных функций и давая им очень интересный контент. С другой стороны, мы понимаем, что нам нужно особое внимание уделять видам ритейла. Например, в этом году у нас повторно прошла секция для фэшн-ритейлеров. У нас проходит большая секция для e-commerce. E-commerce уже интересен абсолютно всем и традиционным ритейлерам. Но тем не менее мы говорим о том, что мы еще с некоторой точки зрения обязательно будем двигаться в виды ритейла и создавать секции для DIY ритейла, да, для consumer electronic. Обязательно будем двигаться в этом направлении. Поправьте меня, если я не прав, но, на мой взгляд, в этом году еще так заметно увеличилось количество руководителей региональных небольших сетей. Нет, руководители региональных сетей с нами с первого года. У нас на площадке их всегда достаточно много. И ну, мы считаем, что вот как раз здесь аудитория достаточно устойчивая. Им реально очень интересно смотреть на то, что делают большие сети. И они нас очень активно посещают с первого года. Тогда вот такой вопрос. Как, на ваш взгляд, сейчас обстоят дела с настроениями участников рынка, ритейлеров? В какой-то год все ходили с паническими и какими-то фатальными настроениями. Сегодня видно, что люди уже привыкли к новой реальности, они все, у них подъем духа, и статистика показывает, что магазины продолжают открываться, люди продолжают покупать хоть меньше, но продолжают. Вот как вы оцените настроение? Знаете, я вообще-то проработала 15 лет в IT-отрасли, и последние 10 лет я работаю с ритейлом. И мое личное мнение заключается в том, что никаких общих настроений в ритейле нет и никогда не было. Есть обсуждение определенных тем, когда-то острых, когда-то менее острых. Но обязательно находится сеть, которая очень оптимистично смотрит на вещи. В любой ситуации, да? Кто-то, у кого-то всегда тотальный кризис, у кого-то всегда тотальный оптимизм. Кто-то видит показатели за этот год, он ими не очень доволен. Кто-то, наоборот, счастлив, потому что у него растет этот показатель. И я вот вообще не сторонница того, чтобы оценивать какие-то такие настроения в формате толпа, да? Давайте скажем честно, что у каждой сети свое видение. У каждого человека, который работает в большой сети, тоже свое видение. Кто-то говорит о том, что перестает работать какая-то маркетинговая акция. Другой при этом говорит, что зато у нас повысилась какая-то там оптимизация в сфере логистики, например. И это же идея нашей площадки – услышать весь диапазон мнений. Как по всем ритейлерам, так и по конкретным сетям. Услышать весь диапазон мнений. И использовать это в дальнейшем развитии, в совместной работе. Тогда о дальнейшем развитии. Сегодня третий день. Все действие близится к завершению. Какие планы вы ставите на будущее, на следующий год? Вы знаете, для нас ничего не заканчивается. Все-таки неделя не случайно называется неделя ритейла, да? У нас еще будут ритейл-туры. Они будут завтра как раз. И еще будут спортивные соревнования. Потому что не секрет, что во многих сетях есть очень такие хорошие спортивные команды. Будет кубок по мини-футболу. Естественно, мы в некотором смысле теперь прикованы к проекту «Неделя ритейла», потому что мы видим огромный потенциал у этого проекта. Естественно, в следующем году «Неделя ритейла» будет. Мы думаем, что мы еще добавим много нового интересного, но это пока наша тайна, что мы хотим сделать в этом направлении, потому что мы действительно полны, переполнены идеями, и многие партнеры нам говорят, ну, слушайте, что можно сделать вот после этого? Что еще можно добавить? Ну, это же уже экстра-эвент. Но мы точно знаем, что еще можно сделать. Мы и в прошлом году знали, куда мы будем расти, и в этом году мы увидели результаты нашего планирования. Поэтому мы верим в то, что мы и в следующем году рынку сможем предложить крайне интересные идеи, решения, коммуникацию, нетворкинг, новые какие-то идеи.
предложения. И вот мы очень надеемся, что про наши мероприятия будет узнавать все больше людей. Мы понимаем, что еще не все компании, не все люди знают, что каждый ритейлер, каждый человек, который работает в сети, может зарегистрироваться, прийти и поработать на этой площадке, приобретая для себя огромное количество опыта, знакомств и новых каких-то челленджей. Поэтому мы с удовольствием всех увидим в следующем году на площадке. Ну, я уверен, что отрасль и участники от этого только выиграют, и нет предела совершенству, поэтому спасибо вам. Спасибо вам большое за работу на мероприятии. Увидимся в следующем году. Спасибо. До свидания.